Человек и пролетать до запчасти заправки до 1500 километров, подниматься на высоту выше 4000 метров. Плотно идут спортсмены, они видят вас и приветствуют. Давайте мы их приветствуем. Вот они демонстрируют вам свои самолеты и возможности своих самолетов. Как красиво, как это завораживающе. Вот вас приветствуем, помахивание крыльями. А что шасси? Я 52. И вот как Наташа вам показывает, владелец аэродрома Александр Анисимов на самолете Cessna 182RG. Эта модель выпускается с 60-го года. Вот это Cessna. Самый популярный и распространенный самолет в мире. Ждем Cessna. Это еще был пробный. Это участники нашего парада демонстрируют вам свое мастерство. Немножко мешает низкая облачность. Видите, вот он крылом пытается разогнать тучу. Она упирается, не хочет. СК-10. И ушел в тучу. Может быть, кто-то из мальчишек, глядя на это завораживающее действие, и влюбится в небо, и захочет точно так же управлять такой крылатой машиной. Вот он нас приветствует! Давайте мы его поприветствуем! Ура! Молодцы, ребята! Александр Анисимов! Cessna 182RG!
Как красиво, как же это завораживающе. Конечно, человек однажды попробовавший это и влюбляется в небо на всю жизнь. Просто даже и добавить нечего. Как все это красиво, элегантно. И... А вот так мы еще можем приветствуем отважного летчика. Александр Анисимов, владелец аэродрома Поповка. И еще на один заход, Александр. Еще раз напоминаю, это Александр Анисимов, самолет Cessna 182RG. Смотрите, все меньше и меньше радиусов разворотов. Как это красиво! Мы приветствуем летчика! Возьми нас с собой, дорогой! Все желающие полететь с нами, стройтесь за мной! И очередной пике! Красиво, не правда ли, дорогие друзья? Потеряла Лунатики для вас стараются просто на всю катушку, ребята. Вот уходит туча, скрывается. Помыл самолет, вот они хорошо, не надо никакой мойки. А тучку крылышками, он чистенький, смотрите, как засиял. На мойку слетал, называется. Даже здесь на земле мы ощущаем порывы ветра. А вы представляете, как это ощущается в самолете? Это по пилотажному спорту Виктор Викторович Корнейчук. Налетавший не одну тысячу часов на данном типе самолетов. Посмотрите, как легко он выполняет фигуру высшего пилотажа. Вот
Он еще разогревает машину. Это еще не самые крутые виражи, на которые способен этот летчик и этот самолет. Какой номер? Форма-то твоя. Я не знаю, Гриша, там какие-то фотографии выбирал. Это петля Нестерова. Это так называемая бочка, штопор, колокол. Все это фигуры высшего пилотажа, исполняет для вас мастер спорта Виктор Корнейчук. Вот так. Здорово, здорово, красиво. Завораживающе красиво. Пригнитесь, пожалуйста. Представляете, во время исполнения фигуры высшего пилотажа. Очередное пикирование. Одинает, набирает и зависает. Спасибо, друзья! Он всех вас приветствует, он всех вас любит! С 30-летием Азовский район! Вообще птица летит. А, не могу. Тоже типа самолет. Смотрите, даже птицы завидуют ему.